Yeah, boy! Loadhub.net – проверенный сайт, где ты можешь прокачать свой танковый ангар. Новогоднее наступление в самом разгаре. И на сайт уже завезли тысячи больших новогодних коробок, которые могут стать твоими. Ты можешь получить новые и редкие премиум-танки. 3D-стили, золото, серебро, танковый премиум и другие ценные призы новогодней атмосферой. Мгновенная отправка призов, промокоды и ежедневные бесплатные розыгрыши новогодних коробок. Более 300 тысяч пользователей уже с нами. Так что заходи на whathub.net и забери свои новогодние коробки. Ссылка в описании. Так, ну что, друзья, мылим жадничку. Жадничку, теперь три артиллерии у них. Будем мылить жадничку. А читает ли кто-то историческую справку? Я почти всегда читаю исторические справки для танков. Это очень интересно. На месте картохи я бы еще обязательно пояснял, что означает название танка, когда это аббревиатура или что-нибудь. Это, ну, наиболее интересная информация. Ну, типа, Супер Хеллкэт, оно и понятно, как бы, хрен с ним. А какой-нибудь там, я не знаю, М4Y, да? Модул 4 Йох. А что такое Йох? И о Йохе я бы написал пояснительную записку. Тоже интересно. Покидаем, вдруг я попаду там, на той стороне. Надо попасть, получается, вот в этот кустик. Потрясающе проводим время. World of Tanks. Подожди, это мне обратно пришло? То есть я все-таки в кого-то попал? Слухай, огонь я наверх за... Опача. Что за безбилетник? Да ну и ты издеваешься. Лучшее орудие, это я сам. Хочешь чем-то выстрелить, сделай это самим собой. Но видишь, остался балбес на респе и думаешь, на кой ты черт тут нужен? А пригодился. Остановил какого-то сумасшедшего, пьяненького молодого человека, который, радостно роняя кал, бегал по травке и ему щекотило письку. Так, меня скимпы подсветили. Сейчас пока отдохнем. Вот отсюда видно эту тему. Много раз замечал. Это опять оттуда же. Три четвёра там ошибается, но я, блин, не успею к ней. А этого, наверное, будут теснить, вдруг я ему дам. Не, вряд ли дам. О, дурачок едет на ИСе. Ой, теляпочка. Что такое случилось? World of Tanks пришел. Саса-саса, поиграть. Настолько во мысике. Сел в засаде, весь бой сидел. Потом нажал. А оказалось, на свой глаз нажал. Саса-саса. У меня сейчас уже нет к ним никакой жалости. Если раньше мне казалось, что я немножко не снисходительный, но типа он играл на стоковом танке, типа надо его, ну, пожалеть. А теперь я через это все прошел, никакой жалости нет. На стоковом танке тоже можно играть. Далеко не в каждом бою, но можно.
А когда ты делаешь тупую херню, тебе хоть топовый танк, хоть стоковый. Вот сам ты делаешь херню. Че, рискнем? Сделаем какую-нибудь херню. Так. Киборгов никого. Но они там вон все стоят за этими. Тоже, блин, взяли моду. Коричневые мутанты. Сейчас эту тему светим. Я именно свечу, а Эмиль, если попадет. Видишь, он тоже светится. Лучше не стрелять тогда. Все, пошел фарм. У меня там вон три борща или там хелкет или что-то там стоит. Но нету, сейчас попустят ПТшечку. А за ней и раки на хромой собаке. Там еще есть 2-2 сейчас покажется. Этого он типа свечу. Пойдет. Пока только не очень понятно, откуда мне даст Исуха, сейчас и убьет меня. У него один фражик есть. Надо мне, наверное, таки не испытывать судьбу, а сейчас явится из 2-2 наверх. Надо его почекать. А, киборг второй вон там еще, обалдеть. То есть получается, что, Исуху только найти? И как бы... А, вон он там стоит, наверное. И все будет ясно. Ну, где у него одна с одним фражиком стоит? Где угодно может, да? Может, где... Вопросов нет. Че, вообще у него по ремонту все не очень... Братиш, ты обофралфа. Я обофралфа. Как это я не дал ей урон сейчас? Хелкэт, ты обофралфа. Вы все обофрались. Ну давай, убегай от него, вы на меня, как вы или обычно делаете, когда я играю, как вот этот типок. Осуждаю. Так, 100 хп. Надо ехать брать. Как поедем? Через его респ, я думаю. Ой, а что тут такое? Какой-то левел дизайн. У меня есть 30 секунд. И ощущение, что я, наверное, его тараном скорее убью, чем пробью своей рогалочкой. Но таран тоже вещь. Сейчас главное разогнаться. Он уже должен быть здесь сейчас. 3, 2, 1, хоп. Блин, не пробью. Даже в НЛД. У-ху-ху-ху-ху! Ля, как предсказал его, четко, да, до секунды, я знаю, я читаю их всех. Скорость танка, мысли в его голове, все слишком предсказуемо. Тем более, тут выбор из двух был вариантов. Но красиво, да. Стоковая яхт-пантерка, оказывается, не вызывает прямо мерзкое отторжение. Не вызывает...
2600, смотри. А тут бедолага, тоже он фармил. А ну сравним. Вот Виталик 55%, да? И Фафа. Фанетик. Шурочка 43. Ну ладно, он только начал. Не будем на него крошить батон. Фарм 2000 опыта. И абсолютно стоковая, ну, пушку не считаем, абсолютно стоковая Яхт Пантерк. Тупо вещь.